Всем привет, дорогие подписчики и гости канала. В этом видео вы узнаете, как приготовить шашлык из филе куриной грудки в духовке. Приятного вам просмотра! На количество 10 шпажек необходимо взять 400 грамм филе куриной грудки. Нарезать филе на крупные кубики. Переложить кусочки филе в тазик. Две предварительно очищенные крупные луковицы нарезать кольцами. Отправить лук в филе курицы. Добавить туда же чайную ложку соли, 3 чайные ложки черного перца, красного острого перца, чайную ложку паприки простой и пол чайной ложки копченой паприки. Все тщательно перемешать. Оставить мариноваться на 4 часа. По истечении времени подготовить 10 деревянных шпажек. Большой противень накрыть фольгой для запекания. Смазать фольгу оливковым маслом. Нанизывать филе на шпажки по 4-5 кусков. Готовить шашлык в разогретой до 200 градусов в духовке 30 минут. Готовый шашлык выложить на большое блюдо. Подавать пока еще теплый. Благодарю за просмотр этого видео. Поставьте лайк, подпишитесь, если еще не подписаны, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго!